критика не дуже приємна річ для багатьох людей. Дехто не вміє адекватно її сприймати. Як критикувати свого нащадка, щоб критика дійсно була дієва? Когда это касается в основном родителей, да? Когда критикуем ребенка, то есть как она звучит? Лучшая критика, рекомендация, лучшая или хорошая, да? Вместо слова лучшая. То есть ребенок балуется, мы все люди, мы иногда терпим, потом взрываемся, то есть начинаем кричать на ребенка, оскорблять его, что очень плохо и негативно сказывается, говорить, какой он неуклюжий, какой он плохой, зачем я его родила. Вот эти ошибки делают родители, когда критикуют своих детей. Что треба робити? Як критикувати? Сначала нужно похвалить ребенка, то есть сказать, что ты мой хороший сын или дочка, но разбил чашку, испортил какие-то инструменты или поломал игрушки, вот ты сделал, ты меня огорчил, там что-то еще, то есть высказать свои чувства, ты нанес мне обиду, мне больно, я злюсь, потому что ты разбросал вещи, да, ты, получается, я убирала, а ты не оценил мой труд, мне это больно. І обов'язково разом з дитиною знайти вихід з тої ситуації, за яку ви його критикуєте. Давай посмотрим, что можно сделать. Ага, можем так починить игрушку сами или отдать в ремонт. Ну, чашку уже не склеишь, да, мы купим новую чашку, да, но придется от этого отказаться, например, от какой-то конфетки. То есть дать путь реализации. Исправить ту ситуацию, чтобы ребенок мог выбрать. И похвалить его, да, ты справишься с этим, и мы тебе поможем. То есть он должен ощущать поддержку в этот трудный момент. Отже, зрозуміло, що робити з критикою свого власного нащадка. А як діяти, коли нашу дитину критикують інші? Стоит объяснять ребенку, что критика, она бывает конструктивная и неконструктивная. То есть, если ты допустил много ошибок, например, в каких-то своих школьных контрольных работах, то давай посмотрим, что и как мы можем исправить. И все-таки объяснить ребенку, что критика – это личное мнение другого человека. То есть, это не относится к твоей личности, а относится только к той ситуации, которая произошла. Критикувати власну дитину – це ще важче, ніж слухати критику в свою адресу. Адже такі тонкі грані між конструктивною критикою і ламанням психіки. Але не критикувати не можна, якщо ваш школяр виросте у штучно зробленому вакуумі без критики, вихід його в соціум буде досить важким. Могут быть задето его самолюбие так, что вплоть до плачевных ситуаций может произойти. Потому что если постоянно хвалить ребенка, вот он хороший, вот он такой, ты самый лучший, ты самый... Нет, такого не бывает. То есть должно быть соизмеримо и критика, но критика правильная, направленная на позитивное развитие ребенка, и похвала тоже. Мы критикуем не самого ребенка, а его поступки. То есть, что он совершил.